Всем привет! Меня попросили рассказать о голосовом наборе, и давайте я начну. Голосовой набор вызывается, если у нас только тело, нажатием зеленой кнопки. Итак, я ее зажимаю и сейчас что-нибудь скажу. Bluetooth. Вы видите, Bluetooth включается. Его вот уже значок появляется. Вот Bluetooth подключен. Вот. Bluetooth включен. Точно так же, зажав клавишу, Bluetooth, мы его выключаем. Но это, в принципе, можно же, когда телефон у вас в руках, и так это сделать. А для чего это сделано? Это сделано для использования гарнитуры. Так, давайте подключим гарнитуру комплектную, которая идет с телефоном. Вот я подключаю гарнитуру. Она подключена, вот у нас есть кнопка вызова на ней. И давайте я ее зажму и что-нибудь тоже скажу. Баланс, баланс. И вы видите, он вызывает баланс. Идет набор номера и все. Собственно, точно так же можно воспользоваться каким-нибудь пультиком. Вот баланс, видите, показался. Можно воспользоваться другими пультиками от Nokia. Например, вот таким. Это если у вас предыдущие телефоны были, или вы купили, или Bluetooth гарнитурой. Ну, в общем, так вот для этого и голосовой набор есть. В принципе, он только удобен, наверное, именно для вызова контактов. Ну, может быть, включение-выключение Bluetooth, да. А в параметрах телефона можно, вот есть голосовые команды, и тут можно, в принципе, настроить кое-что и там поменять голосовые команды, и синтезатор речи будет их понимать примерно, ну, как какие надписи вы сделаете. Ну и каждому контакту тоже можно присоединить свою голосовую метку. Ну, я думаю, с голосовым набором мы тоже разобрались. Всем пока!